Обалдеть! Он меня не заметил! Можно сваливать скорее, искать другой подарок. Только, блин, как-то тяжеловато это делать. Есть у меня один план! Не зря качался. Получилось. Ладно, вперед, но потихонечку. Зараза такая. Проход опять слишком узкий. Ладно, придется бочком. Я же широкий слишком. Ага, вот так вот, вот так вот. Угу. Все нормально. О, подарок! Ничего себе! Блин, зараза! Да почему они все двери такие, ладно? О! Вот так нормально. Хе-хе-хе! Наконец-то подарок! Это мне! Это мне! Не, реально, мне или не мне, я не понимаю. Ладно, пофиг. Ха, блин, один я не справлюсь искать все подарки. У меня есть идея. Потрубу лыжник, должен джин оттуда вылезти. Звал? Обалдеть! Звал? Чего тебе надобно? Говори скорее. Джин, такая проблема. Я не могу найти все подарки. Ты можешь загадать любое желание, и я его исполню. Ты можешь, например, загадать, чтобы я тебе выдал все подарки бесплатно. Какое же бы желание загадать? Прям любое-любое можно. А сколько у меня желаний? У тебя только одно желание. Хочу, чтобы было два желания. Да ты офигел? Так нельзя. Хочу, чтобы было два джина. Нет, так тоже запрещено. Что? В смысле? Теперь, короче, смотри, джин. Я хочу такую огромную шляпу в форме хот-дога. Нравится она мне. Вот дебил. Будет исполнено. Блин, а где шляпа? Не понимаю. Ладно, верю. Можно еще одно большое желание? Короче, слухай. Хочу, чтобы со мной был друг Владус. Хочу, чтобы за нами охотились монстры. Хочу, чтобы был потайной проход. Господи, он и вправду дебил. Будет исполнено! Чё, зачем ты на меня так смотришь, Владус? Не надо, а, пожалуйста. Владус, не смотри на меня так, пожалуйста. Владус, ну пожалуйста! Блин, я на тебя тоже тогда буду так смотреть. Ну, Владус, ну, ну уже! Не переживай. Чего не переживать? Зачем ты меня сюда привел, Лёнь? Я спокойно сидел, смотрел Ютуб дома, отдыхал. Ни одному же мне тут, блин... Блин. Чё, в дверь пройти не можешь, да? Перекачался, а? Ты, зараза такая. Господи, Лёнь, что нужно сделать? Подарки отыскать? Я не знаю, что с ним делать. Я просто хочу, чтобы каждый из вас поставил лайк на эту серию. Я просто хочу, чтобы у меня было куча подписчиков, которые готовы будут снимать со мной видео. Вместо него он меня достал. Стоп. Стоп. Ничего не стоп, Лёня. Давайте прямо сейчас лайк ставим. О, подарок, хорошо, все, давай, я его забираю. Относим, и все будет нормально, Лёнь, правильно? Да блин, кто это здание строил? Пройти не могу опять в проход. Придется боком. Вот так вот. Ага, аккуратно, готово. Ты дебил шоколадный, проходи нормально. Здесь ты можешь пройти вот туда-сюда, туда-сюда. Ставь лайк, пожалуйста. Я хочу просто кого-нибудь выбрать из вас. Напиши комментарий, чтобы я еще мог тебя выбрать вместо Лени. Ну, как бы, он меня достал. Владус! Что тебе нужно, Лень? Я нашел уже второй подарок. Ты еще ни одного. Ты только не подумай, Паже. Я не загадывал, чтобы все монстры невидимыми были. Сваливаем, скорее в коробку прячемся. Он что, реально загадал, чтобы монстры стали невидимкой? Ладно, я не знаю, просто может быть... Что? Тихо, кажется, монстр зашел сюда. Не понял. Леня, а ты? А ты что тут делаешь? Sorry, туркиш? Какой туркиш нафиг? Выключай душ, одевайся, пошли за мной. Ёлки-матрёшки, он что, совсем уже, что ли? Ладно, у меня есть уже целых два подарка. Обалдеть, Лёнь, а ты где это взял? А, видал, да, смотри, что есть. Сосиска. Какая еще сосиска, Лёнь? Я вообще-то про клумбу. Ладно. Ты что, её сжёг? И клумбу сжёг.
Лень, хватит, все, пойдем за мной, не расшатывай мне, пожалуйста, нервы. Ну, Лень, ты реально меня достал. Я знаю, где могут лежать все эти подарки. Отлично, тут есть еще красненький. Так, сколько подарков нам примерно нужно? Лень, ты знаешь? Да. Ну и сколько? Там в потайной двери же написано. А, ну а сколько там написано? Что? Что? В какой еще потайной двери? Стоять, задница шоколадная. Ты не спрячешься от меня так? Давай показывай, где дверь потайная. Да блин. Давай, показывай, я тебе говорю. Смысл? Дверь потайная. Ты че, дурак? Зачем ты прям передо мной дверь закрываешь? Давай, коробку прячься. Иначе нафиг этот нас синий заметит. Так, ладно, я выйду, попробую отсюда потихонечку. Он меня не заметит. Лень, выходи только в коробке, аккуратно. Лень. У тебя что, была зелька невидимости? Нет. В смысле нет? Я ж только что это видел, Лёнь. Ты чё, совсем что ли? Как ты это сделал? Ладно. Где потайная комната? Вон там, Владус, за мной. В смысле, а чё, и вправду тут есть потайная комната? Я впервые об этом слышу. Стоп, что? Видал, да? Что? Погоди, Лёнь, тут нужно собрать 9 подарков, чтобы получить ключ от этой секретной двери? Нам нужно срочно в театр, Леня, за мной, быстро! Ты иди, я сейчас! Блин, зараза, опять все одному делать, опять Леня ничем мне не поможет! Стоять! Он что, здесь снова свой медленный танец с девчонкой танцевал, а? Чего? Чел, ты думаешь, что говоришь? Фу, господи, девчонки, фу! Ты что, Лень, совсем что ли? Давай за мной уже, пошли, а? Так, извини, ну... Получил? Давай, пошли за мной. У нас есть ровно 4 подарка. Нам нужно всего лишь найти еще 5 штучек. Так это ж фигня, это ж легкотня. Я знаю, где они могут лежать. Что-то я себя странно чувствую. Лень, извини, что я тебя дверью все-таки ударил. Подарок. Да я знаю, что подарок. Давай, пойдем, Лень. Почаще надо, наверное, его так дверью-то лупить. Кефал. Тенас. Лень, ты хотел сказать стена. Меня папа просил за хлебом входить, а я забыл что-то. Он меня лицом на клаву ткнул, и у меня прозвучало. Диктор озвучивает все. Я вот и озвучиваю тоже. Что? Ладно, это не важно, наверное. Лень, Леня упал. Да я вижу, что ты упал. Господи, Лень, кажется, в этой комнате мы уже были. Здесь нет ни одного подарка. Слушай, а что если все подарки лежат вот в этом потайном хранилище, а? Точно, мы забыли про одну комнату, Леня. Давай, за мной. Тут должны быть все подарки, я же говорил. Отлично, осталось совсем чуть-чуть. Так, здесь тоже должен какой-то лежать. Офигеть, если мы соберем 9 подарков, Лень, то мы отыщем ключ, представляешь? Это будет просто шикарно. Я надеюсь, что ты уже поставил лайк на этот ролик. Лень, за мной! 5 минут спустя. Ну что, Леня, осталось выкинуть сюда все эти подарки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ровно 9 подарков. Ну и что? Каких мне надо, Владу? В смысле тебе? Ключ же у меня. Что? Что? Все это время ключ был у тебя? Угу. Лень, у меня есть меч. Но сейчас его не будет. А у меня есть подарки. Ну что же, открываем замочек. Лень, готов? Не совсем. А что там, тебе мешается что ли что-то? Владус, блин, не показывай это никому, пожалуйста, вырежи из монтажа. В смысле не показывай? На, забирай. Владус, пожалуйста. Не, 20 тысяч лайков, если вы ставите, то я это из монтажа не вырезаю. Лень, давай, пошли прямо сейчас. Стоп, а что здесь такое? Почему комната вся темная? Блин, Лень, пойдем уж отсюда. Ага, согласен, давай. Что? Лень, не нравится мне все это. А мы это, собственно, где? Блин, Владус, это похоже на режим двери. Doors в Роблоксе, знаешь? Лень, ты каждый раз так говоришь, когда видишь эти дурацкие двери. Нет, я не готов сюда проходить. А у меня есть ключ. А давай мы этим ключом будем открывать все двери, а? Не получится. В смысле не получится? Лень, смотри и учись. Зрители лайк не поставили, не получится. Смотри. Оп. Не понял. Чего? В смысле? А как? Лень! Да в смысле? Ты был прав, ладно, забирай этот ключ. А, я знаю, вот, смотри, вот. В этих тумбочках лежат как раз ключи и золотые монетки. Сейчас мы отсюда выберемся, не переживай, все будет нормально. Я открыл. В смысле ты открыл? А что там? Mm-mm. Что, нет, пошли давай, Лень, ты че? О, нет. Так, стоп. А... Нет, точно. Лень, когда мы туда пойдем, главное не смотри в глаза, понял? Я... Просто закрою глаза. И все. Да. Вот так. Лень, не помогай,
Лёнь! Господи, ну нафиг, ладно, придётся... Идти задом. Так, сейчас, аккуратно, вот так вот не смотрим. Не, обалдеть, это страшно. Сюда, сюда. Я тебе сейчас дам кис-кис-кис, дурак, что ли? Так, всё, скорее, Лёнь, за мной. Нам нужно отыскать ключ от следующей двери. Угу, я думаю, что он может быть где-то здесь. Ну, собственно, давай лутать тумбочки. Вот, Лёнь, есть. Правда? Да правда, давай пошли уже со мной, Лёнь. Берём и ключиком дверь вскрываем. Все нормально. Лёнь, давай аккуратненько сюда за мной иди, только... Лёня? Нет, этого быть не может. Может, его как-то можно достать из-под пола? Точно, я могу... Что? Не понял. Понял! Прямо сейчас посмотри предыдущее видео, это очень важно. Нажми на него, чтобы посмотреть, а также подпишись на канал. Делай это прямо сейчас, кликай и смотри.